сразу. Игорь, он творческий мужчина, человек, ремонтных работ мастер. Он нам сделал потрясающий салон. Настя, мы должны быть благодарны ему. Вот. Но благодарны мы не только за это, а потому что было с тобой приятно общаться во все время, то, что ты с нами находился. И даже и после мы тоже будем очень рады тебя видеть. Спасибо тебе. Спасибо вам. Кому нужен качественный, хороший ремонт и на самом деле с демократичными ценами, Олег не даст соврать. Макс уходит в гости каждый день вместо работы. Наслаждаюсь. Да. Ремонт, что нужно.
Christian, it's Anastasia speaking to you. Now you will see everything inside. Hello, Georg. It's Georg, my friend. This is Igor. He's making constructions here. There is a client. This is my family, my friends, everyone is here. And Anastasia also. Julia, my friend.